Новый учебный год в новой школе начался и в селе Берлек Жамбылской области. На учебное заведение на 600 мест из республиканского бюджета было выделено более 900 миллионов тенге. Строительные работы завершены в срок. На школьной линейке, по традиции, особое внимание уделили первоклассникам. Каждый из них получил подарок от имени президента страны – книгу «Моя родина. Казахстан». Бұл мектепті елбасының тартуы осы Шу ауданына, Бірлік ауылының тұрғындарына, осы өзіміздің оқушыларымызға. Здесь очень красиво, интерактивные классы. Раньше такого не было. Раньше мы учились в старой школе. Мы долго ждали этого момента.